Ожидание. У тебя ожидание? Угу. Так это не ты за мной бежишь? Ожидание высадки. Да шучу я, ё-моё, шучу! Да шучу я! Блин, чат, она реально нервная сегодня. Чего сразу мне не сказали? У властей, короче, мужик, баба и ребенок, да? Ну, баба это робот. А так, да. Тихо, 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 тихо. Перед нами. Прям за времянками. В упор. Убил. Дверь медичку, кстати, закрыта. Блин, такая погода, я его только в упор услышал. Чуть никак собраться не могу нормально. Мыслями. Мне кажется, он к костру уходит, Ань. Потому что трешки никого. Может быть, он как раз таки, может быть, по костру и стрелял по дороге по ботам. Скорее всего. Я прям не вижу. Побегаю из трешки. К холму побегу. Не вперед. Пошла дальше, к сторону костра. Но если на костре выход есть, он будет. Да, а если нету, дальше пойдет. Я тогда к мосту пойду. Кто-то на малой стройке. По перепрыжке. На территории. Чевок, скорее всего. Куда он зашкерился? Костра нету. Может быть, кстати, вот его и слышал, козы. Нужно туда сместиться. Минус один. Но погода говно, поэтому все может быть. Дал под перепрыгу грену. Я у моста снизу. Да, у него что-то глушеное. У него два гана. Два глушеных гана. И сектантский нож. Че? А тапалка есть какая-то или нет? МК-16 и мутант. Тапалок нету. Но может он одиночными стрелял? Кто-то справа бегает. Вот. Кто-то за автобусной остановкой, Аня. Двое. Один за автобусом, второй за автобусной остановкой. Один дальше побежал. Хае на ход. Перед нами. Справа, чуть правее, в сторону автобуски. Шаги слышал. Я нихера не слышу. Хае под шаурму. Твоя грена сейчас была последняя? Моя, да. Моя тоже грена. В двушке где-то.
запрыгивают в двушку. А вторую яму все еще. Один в двушке, один на яме еще. Ты там кого-то прессуешь? Я убила у себя в кустах, да. Хорошо. Человекам. Убил еще. Тихо-тихо-тихо. У меня еще и духи. Металл у меня в духе. Он на второй поднялся. Я пошел с улицы обходить его. Я на центральной стою. Поднимаюсь от плотника. Подавляю. Он хилится. СМС-ку юзает. Заходи быстрее. Где ты здесь, блядь, не пойму. Нашел одного? Я понял, я понял. Блин, дерево же слышал. Чисто. Я в туалете не вижу. Чисто. Все вроде. Ух! У меня чувак просто, короче, отличился максимально. Че делал? Знаешь, как я узнала, что он, короче, в кустах? Ел что-нибудь? Да. Но этот СМС-ку юзает во время файта, тот хавает. Нормально чё? Он просто лежит и пьет воду, понимаешь? Ну норм. Нормально. Но он волнуется, он ест, когда волнуется, точнее. Я на яму выбежал, пойду двух типов тех полутаю. Получай, машина. Так, что там у нас? Пятеро. Ну да, всю карту, по сути. У них еще один жетончик был. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.